Рассматривается гражданский иск по бракоразводному делу между Костровой Еленой Георгиевной и Костровым Сергеем Ивановичем. Обе стороны выступают истцами. Истица, вы подтверждаете выдвинутый вами иск о прекращении? Что происходит? Мы так долго будем ехать? Ты же ведущий, на тебя все равняются. Если была команда рывок, ты должен рвать еще быстрее. Ферштейн? Понял. Все, дуй. Дуй! Почему здесь? Возьми ты трубку. Остановка 5 минут. Отдыхаем все. Да. Я звоню напомнить. Чё ты напомнить хочешь? Это зачем? Ты забыл? Нет, я помню. 5 часов. Не опаздывай, пожалуйста. Это что? Уберите. Буду. Точно буду. Да. А где? Ты помнишь? Я помню где. Добрый день. Здравствуйте. Ресторан Корчмау. Петра Павловича. Да помню я все. Алло. Алло. Мужчины. Помнит он. Мама дорогая. Ой. Все на базу! Все равно из-за вас толку не будет. А? Не понял. Ну что ты молчишь? А чего? Ну скажи что-нибудь, ты же отец. Да. Ну, показывай. Показывай, сынок. Ну,
Я не надеялась. Я знала, что все будет нормально. Хорошо. Ну ладно тебе, мать, ну что ты в самом деле? Ну ладно, ладно, раньше надо было плакать, но... Так я и плакала. Ну ты вспомни. Ведь ночи же не было, чтобы я не плакала. Я же ни одного родительского собрания в школе не пропустила. Были бы в институте родительские собрания, я бы туда ходила. Ну а с оценками что у нас там, а? Так. Ух ты! Ну, нет слов. Доктор? Да еще и без тройка, а? Ну, все, мать. Можно спокойно встречать старость. Будет кому клизму поставить, а? Молодой человек, вы к нам подойдете? Одну минуту. Ну? Обрадовал. Вот все, что я тебе скажу. Сын? Спасибо. Ой, странно. Непонятно даже. Чего тебе непонятно? Вот здесь написано, квалификация юрист-междугородник. Ага. Международное экономическое право. Антошенька, я не понимаю. Ну-ка, дай-ка, где? Вот. Это чей? Пап, мам, вы главное не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. Это не мой диплом. Да. Я купил его на гостинке. И там, будем надеяться по ошибке, дали не медицинский, а юридический. Но я могу прямо сейчас съездить и поменять. Я не понимаю. А я, кажется, понял. Да? Ага. Тебя с какого курса выперли? С третьего. Ну что? Молодец. 2 года держался. Сереж, я не понимаю. Нет у него высшего образования. Не учился он нигде. А диплом? А диплом он купил. Я же не хотел на врача учиться. Не хотел. Вам нужен был диплом. Я вам его предоставил. Не проверил. Моя вина. Ну, куплю я вам новый диплом. Будет вам 2 образования, медицинское и юридическое. Что ж ты и делал-то все это время, сынок? Я работал. У меня свой бизнес. Бизнес у него. Мне всю жизнь перекособочило и ребенка замучило своими идеями. Это чем же я его замучила, интересно знать? Да все тем же. Понедельник, музеи, вторник, кружок драматический. Среда и суббота, секция. Секция тебе чем помешала? Ты же сам спортсмен. Я спортсмен, конечно, я спортсмен. Вот я и хотел ребенка отдать в нормальный спорт, а не на фигурное катание. Мальчик с откидной попой в бабочке. Ты бы еще на синхронное плавание отдала. Это тебе было наплевать на ребенка? Это глядя на твое отношение к жизни, он заражен цинизмом. Это глядя на твое отношение ко мне, он смог поступить так, как поступил сегодня. Интересно. И как же к тебе отношусь? Я думала, что сделала из тебя человека. Не вышло. Родная, ты что мелешь? Человека ты из меня сделала. Нормально. А я что, раньше обезьяной был? Я, между прочим, серебряный призер Союза был. Да не между прочим, а между стаканами. И чего ты сейчас имеешь? Чего ты добился? Ничего. Ноль. Да как это ничего? Ничего. Я заслуженный тренер, у меня команда есть. Я спонсора нашел, у меня скоро все чемпионами будут. Все твое тренерство – фикция. Я тебя пожалела, решила тебе помочь. Теперь вижу зря. Что значит помочь? Неважно. Ты хочешь сказать, что ты стоишь за Алексеевым? Я же сказала, неважно. Во как! Ясненько. Ну все? Ну что все? Сказал все, и все проблемы исчезли разом. Ты как был слабаком, так и мы остаешься. Ну, теперь точно все. Сергей!
Сережа! За вещами пришлю кого-нибудь. Алло? Елена Георгиевна, это Катя. Я хотела поговорить по поводу сокращения расходов. Кать, давай завтра все решим. А что, сегодня вас не будет? Да. Когда она такой стала, а? Всех учить начала, как жить. Зря я ему про спонсора сказала. Ну как же так можно взять и уйти? Ничего, успокоится и вернется. Не, началось, когда она фирму из ничего сделала. Когда библиотека ее закрылась, а мне зарплату не платили по полгода. Вот, да, вот тогда и началось, точно тогда. И взгляд другой стал. Злая стала, дерганая. Надоело за тобой бегать, как дитя малое. Что, не догадывался, от чего твой спонсор такой щедрый? Значит, вот откуда этот прыщ вылез, Алексеев этот? В прошлом месяце еще премию дал, сволочь. Хорошо-то как. А куда захочу, туда и пойду. Все, свободный человек. Может, на рыбалку смотаться? Да и черт с тобой, Лена. Жизнь только начинается, я найду себе другую, помоложе. Ну, а чё? Я могу. Мужчина, ну что вы на меня так смотрите? Что, чего-то хочется? Чего-то хочется. Ну, решайте скорее, чего? Ты понимаешь, какое дело, сестренка? Mm-hmm. Я не знаю, что мне хочется. Мужик, а ты сначала определись, что тебе хочется, а потом уже на улицу выходи. Мудро. Mm-hmm. Мам, привет. Ну, как вы тут? Антон. Мам, что случилось? Папа ушел. В магазин? Ужинать скоро будем? Он совсем ушел. А. Теперь понятно. Поссорились. Из-за диплома? Диплом – это только следствие. Mm-hmm. А причина, как я теперь понимаю, безответственность, которая перешла к тебе по наследству.
Я, мамочка, знаю, что папа давно уйти из дома хотел. Что? Только никак не мог решиться. Духу не хватало. Вот. Чего надо? Вы что здесь делаете? Я вообще-то живу здесь. А вы-то кто? Это я живу здесь. Квартиру снимаем. А кто вас пустил сюда? Как кто? Хозяйка. Как ее? Хасби, хозяйка у нича! А кое гордо, хозяйка у нас! Да Елена Георгиевна, инчи тапает! Вот, Елена Георгиевна пустила. 4 года уже живем тут. До нас Сурик жил. А что случилось? Мы все платим каждый месяц. Он здоровый взрослый мужик. Ну, а ты обращаешься с ним так, как второй год в третьем классе сидит. Причем в третьем классе школа для дебилов. Мам, папа не любит театр. Оперу он просто ненавидит. Балет и смена сексуальной ориентации для него одно и то же. Подожди, не надо меня жалеть. Вам нужно отдохнуть друг от друга. В основном, конечно, папе. Он устал. Он устал. Он устал. Я ему предлагала. И Грецию с посещением Акрополя. И Италию. Мама, он не так устал. Он от тебя устал. Прости, мам. Но это правда. Мам? Мам, сядь. Сейчас. Я сейчас. Все равно не вернусь. Лучше здесь, вот на ступеньках, помру. Не, а зачем помирать? Я женюсь на молодой. Или вот запишусь добровольцем в горячей точке. И погибну в первом же бою. Смешно. Скоро 50, а я сижу вот тут как бомж. Ни жилья, ни денег, ни зубной щетки. И пойти некуда. Пожрать бы. Серега? Серега? Разрази меня гром. Генка? Серега! Генка, здорово! Ничего себе встреча! Ух! Пошли ко мне! Пошли, пошли! Тебе, ты здесь что ли еще живешь? Не трогай! Серега, я так рад тебя видеть! Серега! Серега! Сейчас все будет! Сосиски навалятся! У меня там немножко не прибрано! Не обращай внимания! А я ждал! Ждал, Серега! Помоги! Будешь? 3 семерочки. Сейчас такого не выпускает, но у меня приятель есть. У него запасы еще советских времен. А? Буду. А чего ты ждал-то? А я ждал, Серега, когда ты от нее через месяц бежишь. А ты 20 лет силами собирался. Ну, как говорится, лучше поздно, чем по приговору народного суда. Не пара вы. Не пара, 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 та 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 та. А ты сам-то как? Ты в смысле про семейное положение? А про него. Был 2 раза. Ну и как? Как? Обошлось. Обошлось, Серега. Обошлось. Ну, давай. Ну. Но.
У него женщина. Как же я раньше не догадалась. Вот почему он вещи не взял. У него все там. Нашел себе успокоение. Лет на 20 моложе. Без детей. Супругой грудью. Сначала была Виолетта Сергеевна. Она заведующим кондитерским отделом 25-го гастронома работала. Привет. Ну, на углу Пестеля Литейного. Да? Там сейчас мебельный магазин. Женщина была очень хорошая. Конфетки, печенье, пирожные всегда свежие. Было очень хорошо. И у меня из-за этого начал сахар крови повышаться. Дело чуть диабетом не закончилось. Ну, слава богу, Бог миловал, ушла крупочку из мясного отдела. Я сначала подергался, а потом здраво решил для себя. Ну, что я против Рубчика? Как говорится, физически не потянул. Ну, я успокоился. А потом Светка появилась. Любовь, страсть. Слушай, дрались чуть ли не каждый день. То она с синяком, то я. Но женщина была очень душевная. Ушла к азербайджанцу. Он в ларьке на оптовом рынке каким-то говном торгует. Грызутся чуть ли не каждый день. Тут недавно встретился. Вся исцарапанная, рожа стесанная. Слушай, ну довольная. Да, женщины, они... Да хрен их поймешь. Точно. Неужели никаких улик? Нехорошо это. Обгорел ее ромашку. Подарил солдат любимой. Обгорел ее ромашку. Посреди огня и дыма. А любимой-то 17. Сапоги и гимнастерка. А любимой-то 17. Медсестра совсем девчонка. А сам-то чем занимаешься? Бизнес у меня. Какой? Продаем военный антиквариат. Черный следопыт, что ли? Нет. Мы оформлены как военно-исторический клуб. Да. Сначала в архивах над картами, потом по деревням старушек и стариков расспрашиваем. Ну а уж после чего к раскопкам приступаем. Вот в прошлом году, например, раскопали английский истребитель. Харикейн. Он к нам по Левизу поступил. Их в Англии всего 2 штуки осталось. Вот, восстановим и продадим их нему музею. Кстати, вон пропеллер в углу от него. Я танк в песчанике под обрывом обнаружил. Немецкий. Леопард. И в Германии вообще не осталось. Раскопать плевое дело. Внутри останки экипажа. Соображаешь? Нет. Танк родственникам. Танк в музей, останки родственникам. 1100 евро запросто заработаем. Понял? Вписываешься? Нет. Кто там? Чипаренко, открывай. Кто? Сиди, Серега, сейчас приду. Иду, иду! Че дверь-то ломать? Сейчас открою! Открывай. Кто там? Лена, открывай! Че надо? Никогда сразу не открывай. Открой по-хорошему. Thank you.
Проходите, пожалуйста. Просим. Геночка родной, сколько лет, сколько зим. И месяца не прошло. Ну, что не открывал-то? Все дома. Здрасте. Здрасте. А вы кто будете? Я? Вот еще смотри. Приятель его. Ну что, Чапаренко, мы найдем сегодня что-нибудь? Так он все выкинул. Ты все выкинул? Вы о чем? Все. Ой, хорошо тут у вас. Прекрасно. Но собирайся. Или нет? Одевайся. Че тебе собирать-то? Ты тоже с нами поедешь? Да он в гости зашел. Мы давно не виделись. Портвишка выпить и все. Сами пойдете? Или помочь вам? А как насчет адвоката? Гена, родной, звони, конечно. Да я так пошутил. Серега. Ну, хочешь, ударь мне по морде? Хочешь? Ты лучше мне вот что скажи. Ты про клуб военно-исторический наврал? Наврал. Ага. Да слушай ты меня больше. Я тебе по пьянке не такое расскажу. Да и вообще с этим завязывать надо. И тяжело. И накладно. Целое лето. Целое лето. Роешься в болоте по пояс в дерьме. Комары, мухи. Старухи ничего не помнят. Врут. Да еще деньги берут за вранье. И год от года все больше и больше. В мае месяце в заброшенной деревушке, но километров 100 от Пскова. Две старухи на одну деревню еле ходят. Я подхожу к одной и говорю: бабуля, где тут у вас бои с танками шли? Она говорит: $100. Испортился народ. Испортился, Серега. Да ладно, че я все о себе, да о себе. Может, ты о себе расскажешь? А? Достал ремонт. Невозможно. Сын у меня вчера должен был институт закончить. Какой? Медицинский. Доктор? Угу. По каким болезням? Не определился еще. Ну, а жена как? Жена бизнес делает с утра до вечера в магазинах своих. Сеть у нее целая. Подожди. Так это... Сколько у нее магазинов-то? Ну, около 100. Мама родная. Мама родная. Так она... Что, миллионер? Я в ее дела не вмешиваюсь. Миллионер. Миллионер. Как же на эту овцу-то снизошло, а? Ты мне извини, конечно. И ты что, от этого богатства ушел? А? Сереж! Скажи сыну, чтоб на психиатра шел. Папу лечить. А ты, мутила велосипедный, сидишь здесь и улыбаешься. А в это время сейчас кто-то твоими миллионами распоряжается. Слушай, что ты все улыбаешься-то? Что ты все улыбаешься? Лежит, наверное, сейчас в теплой постельке. Со своей новой. Целуются. А может, я придумываю, и нет у него никого? Но тогда где же он?
Все, закончил. Так, с содержанием протокола ознакомился? Ознакомился. С содержанием согласен? Конечно, нет. Ну, пиши. С содержанием протокола не согласен. Число, подпись. А ты? С содержанием протокола согласен? Да он вообще не при деле. В гости приехал. 15 лет не виделись. Теперь зато лет 7 не расстанетесь. А то и 8. Даже если предположить, что все это мое. Год условно, максимум. Но она же не боевое. Поздно. Нам домой пора. А нам куда? Работаем. Камера идет. Уберите камеру. На камеру, говорю, не снимайте. Можете объяснить, почему вы задержали? Ребята, а что вы цирк-то устроили? Зачем? Нет. Что ты как в первый раз? Какое количество оружия у вас изъяли? Ну, зачем? Руки вы уберите. Ну, что ты, Гена, Гена? В центре города сегодня ночью была задержана группа чернокопателей. Пистолеты, автоматы, пулеметы и даже взрывные устройства были обнаружены в обычной городской квартире. Двое сообщников занимались раскопками, восстановлением и продажей оружия криминальным структурам. Ведется следствие. Задержанные свою вину не признают. Как все запущено. Так, женщины у него нет? Нет. Может, дружок появился? Что? Да ты что? Ну а что, Лена? Ну что, ну ты оглянись вокруг, это сейчас нормально. Это даже модно. Ну хорошо, допустим, он не гей. Ну тогда остаешься только ты. То есть... Ну вот смотри, мужчина он видный, мужественный, такой с харизмой, знаешь, потенциально сексуальный. Что делать? К стене. Заходи. Спасибо. Не за что. Значит, как закончите, постучи. Я буду рядом. Угу. Здравствуй, папа. Здорово. Меня по телевизору увидел? Утром. В криминальных новостях. Пап, я там тебе принес щетку, пасту, мыло, еды с питьем. Завтра следователь на службу выйдет. Будем договариваться о подписке о невыезде. Мать знает? Пока нет. Сначала, Лен, на попу свою посмотри. Ну, а потом можешь к лицу переходить. Особенно к щекам. На что это похоже? Что? Лицо. На что? На попу. Лена, ты сейчас в таком возрасте, в котором, если женщина срочно не примет меры, может на утро проснуться старухой. А мужчины что? Мужчины стареют гораздо позже. У них, дорогая моя, даже климакса не бывает. Печальный, но медицинский факт. Папа. Маме, ты что сказать? Ну, скажи... Скажи, что я ее люблю. И поэтому я должен быть один. Ну, я не знаю, сынок, сам что не скажи. Пап, она всю ночь проплакала. С синячищами под глазами на работу пошла. Ну, походила, будет. Возвращайся. Я не могу вернуться, сынок. Почему? Я в тюрьме. Что-нибудь еще принести? Да. Принеси мне кеды, пожалуйста. Кеды? Кеды. Форму лица можно изменить. Животик уплотнить, там, я не знаю, грудь. Грудь потянуть.
Не-не-не, я не хочу. Я не хочу стать, как Майкл Джексон. Ну ладно, можно проблему решить по-другому. Ну давай, заведи себе бойфренда. На время. Можно негра? Негров сейчас в городе немерен. А нельзя как-нибудь так сделать, чтобы он вернулся без операции и афроамериканца? Ну не хочешь ты негра? Познакомлю тебя с русским. Я хочу, чтобы Сережа вернулся. Да пойми ты, дура, я тоже этого хочу. Но не может он вернуться к руинам. В любви, как и в бизнесе, чудес не бывает. Над всем надо работать. И вы это знаете лучше, чем я. Знала. Воля у нее не просто железная, она обволакивающая. Как встречаться стали, сразу учиться направила. На заочно-педагогический. Ну, чтобы тренером с высшим образованием в спорт вернулся. А ты? Конечно, вернулся. Вернулся. А спорт уже не тот. Не наш, родной советский спорт. Вот знаешь, что самое главное в гонке? М? В гонке самое главное – это не высовываться. Ну вот смотри. Смотри, ты едешь в основной группе. 5 кругов, 10, 20, 100. И главная твоя задача – это не вперед вырваться, а не давать соперникам догнать лидера твоей команды. Всячески мешать. И ты работаешь на этого лидера. Лидера, которого поставил тренер, спорткомитет, Госдума, Совет Министров, контрразведка. И все твои товарищи работают всю свою долгую спортивную жизнь на этого лидера. А потом... Потом вдруг... Тебе это надоедает. И ты кругов за 40 до финиша делаешь рывок и вырываешься вперед. И рвешь когти так, что из-под твоих покрышек дым валит, как из паровоза. И побеждаешь. Ага. Фига с два. Кругу на 5-м, максимум 6-м. Тебя нагоняет лидер команды соперников и обгоняет тебя. А потом тебя обгоняет твоя же собственная команда в полном составе. И все остальные. А потом тебя имеют все. Тренер, спорткомитет, Госдума со всеми фракциями. Контрразведка. Потому что никто не прикрывал тебе задницу. Вот и я совершил такой же рывок. Послушай, ты это окончательно решил оставить семью? Окончательно. Тогда я на ней женюсь. Пусть из меня человека сделает. Только попробуй. Костров, на выход. На расстрел. Я нашел папу. Он умер. Мам, ну почему он обязательно должен умереть? Что ж это за чудо-то такое? Женская логика. В больнице. По дороге объясню. В смысле? Садись. Ага. Антоша, в какой он больнице? Его отпустили под подписку. Я не понимаю. Под какую подписку? Под подписку о невыезде. Кто отпустил? Следователь. Мить, ты же говорил, что следователь завтра на службу выйдет. Но он сегодня пришел. Почему сегодня? Да шут его знает. Может, с женой поссорился, вот и метнулся на работу. Слушаю. Да, ага. Подожди. А можно поговорить с человеком, с которым его арестовали? Thank you.
Гена? Лена Георгиевна. Где Сергей? Расстрелян. Можно я теперь на вас женюсь? Жить где-то надо. Где? Как где? Дома? Надо этих попросить. А что, кстати, она квартиру мою сдала? И мне, главное, не сказала. Эта квартира мне государством дадена за мои спортивные успехи. Вот сейчас вот пойду и попрошу очистить помещение. Хотя сейчас, наверное, нехорошо. Куда ни на ночь-то глядя. Вот где он сейчас? В городе такая преступность. Где он? Господи, сделай так, чтобы он вернулся. Чтобы с ним ничего не случилось. Не улетай ввысь, не убегай вдаль, хоть по ночам снись, нежной тоской жаль, ранит стрелой мрак. Вырвет из рук крик, не уходи так, не исчезай вмиг, слов золотых звон перекричит бред, я сторожу сон, там, где тебя нет, не улетай, знай, мир без тебя пуст, даже родной рай не живит чувств. Будет в глуши лет жаркий огонь стыть, там, где тебя нет, я не хочу быть. Не улетай ввысь, не убегай вдаль, хоть по ночам снись, нежной тоской жаль. Не улетай ввысь, не убегай вдаль. Я во всем виновата. Совсем себя запустила. Возомнила о себе черт знает что. У меня 100 филиалов по стране. А зачем мне это, если у меня мужа нет? Катя права. Он не станет возвращаться к руинам. Катя, это я. Да, Елена Георгиевна? Я передумала. Ну, значит, так. Так. Сейчас ты едешь в Гранд-кафе Калуа, тебя там будет ждать Петр. Это профессор, доктор наук. Каких? Да какая разница, каких наук? Ну, технически каких-то наук. Лена, он интересный человек, он тебя развеет. Ладно, хоть не афроамериканец. Ленк, ну ты что, расистка, что ли? Нет, конечно. Ну все, ну красавица, красавица. Да уж. Так, значит, завтра у тебя клиника пластической косметологии. Ты помнишь?
Ну, я не знаю. Боязно. Что? Ну что боязно? Клиника? Да я не про клинику. Я про человека этого. Ну, не волнуйся ты так. Петр сам тебя найдет. Я ему подробно тебя описала. Все, пойдем. Бумаги завтра подпишешь, все с копом. Леночка, и надень что-нибудь повеселее. Давай, давай, давай. Давай! Елена Георгиевна, она... Она вышла. Екатерина Юрьевна, там внизу человек пришел, он очень хочет устроиться к нам на работу. Ну, а я-то тут при чем? Пусть обращается к менеджеру по кадрам. Да, понимаете, он говорит, что он старинный приятель супруга Елены Георгиевны. Но он как-то очень странно выглядит. И... пахнет. Пахнет? В каком смысле? Ну, в смысле, воняет. Ладно, все. Хорошо, через 5 минут жду его у себя в кабинете. Угу. Я, собственно говоря, пришел к Елене Георгиевне. Я ее заместитель. Вы по какому вопросу? По вопросу трудоустройства. Я друг ее супруга, Сереги. Она вчера у нас в камере была. Пообещала трудоустроить. В камере? Нас вчера менты с Серегой... по ошибке забрали. Ну и, собственно, в какой должности вы видите себя в нашей компании? Я готов начать свой трудовой путь в вашей фирме с любой предложенной вами должности. Круто. А паспорт у вас есть? Конечно. Вот. Ну что ж, приходите завтра. Будем решать. Премного благодарен. Простите, а как вы думаете, где сейчас может находиться Сергей? Да бог его знает. Бродит где-нибудь. Но все-таки, как вы полагаете, где он может бродить? У воды. Мужика в таком состоянии всегда тянет к воде. Почему? Течет, успокаивает. Вот на этом месте я отмечал рождение сына. Напились с Генкой, я от радости в фонтанку бухнулся. Чуть не потонул, пока меня спасал. Да, новая жизнь начиналась. Любимая жена, любимый сын. А сейчас что? Сыну я не нужен, жене подавно. Вот и выходит, что я совершенно свободен. Не только могу, но и должен делать свою жизнь так, как хочу. Да. Так-то оно так. Чё ж на душе-то так погано? Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Георгиевна. Меня зовут Петром Георгиевичем. Мы еще с вами не познакомились, а у нас уже есть соединительная нить. Это имена наших отцов. Вы разрешите мне сесть? А, да, пожалуйста. Благодарю вас. Сразу же спрошу вас, что вы будете пить? А я уже выпила кофе. Спасибо. Нет, у нас так не получится. Будьте добры. Я вас слушаю. Бутылочку божоле. И сырную тарелку. Я правда не хочу. Пусть просто стоит на столе. Хорошо. Екатерина мне достаточно подробно описала вас. Но то, что я увидел воочию, превзошло все мои ожидания. Просто чинквиченто какое-то. А вы знаете, что такое чинквиченто? Возрождение? Раннее? Вы еще и образованы, поразительно. Поразительно. Ваше вино. Прошу. Ну и за вас. Ой, я совсем забыла. Что вы забыли, Елена Георгиевна? Мне же нужно на прием к хирургу, косметологу. Оставьте. Не надо вам никакому косметологу. Никому не позволяйте дотрагиваться до той красоты, которую вылепила природа. Нет, надо. Дело в том, что я очень богата и некрасива. И от меня ушел муж. И я должна его вернуть. Поэтому я сейчас пойду к хирургу-косметологу. Пожалуйста, не трогайте меня, а то я закричу. Извините. Сергей! О, привет! Привет! Садись! Зачем? Поговорить надо. Тебя Лена прислала? Лена, Лена, садись. Ты меня как нашла? Потом расскажу. Есть хочешь? Нет, о чем поговорить хотела. Ну, давай все-таки заедем куда-нибудь пообедаем. Потом расскажу. Или нет, лучше поехали ко мне домой. Там примешь душ. Я накормлю тебя обедом и спокойно поговорим. Окно открой, пожалуйста. Красиво. А есть это можно? Это мясо по-каталонски. А? Это что, вот ты каждый день так для себя одна готовишь? Да. Красота. Алена, тебя чем кормила? Ты о чем поговорить хотела? Я ни с кем не живу, живу одна. Ты можешь жить здесь? Мешать я тебе не буду. Можешь приходить с кем хочешь, когда захочешь. Может быть, что-нибудь получится. Ты про что сейчас говоришь? Я про нас. Про нас с тобой.
торопить тебя не буду. Подумай. Ну, а решишь, приходи. Я буду ждать. С кем хочу? Да. И когда захочу? Когда захочешь. Красота. И еще, Лена, я познакомилась с одним мужчиной позавчера. Он очень талантливый ученый. Сегодня они снова встречаются. Ты не переживай, это замечательный человек. Интересный, очень порядочный. Сегодня они идут на виртуозов Рима в концертный зал консерватории. Ты ешь, пожалуйста, ешь. Я рассказала тебе это, во-первых, по ее просьбе, а во-вторых, чтобы ты не переживал. В том, что вы разошлись, нет твоей вины. Ее тоже. Просто вы не пара. И понятно это было все с самого начала. Спасибо. Я наелся, мне идти надо. Но куда ты пойдешь? Мне на работу надо, я опаздываю. Ничего себе новости. Прошла, значит, любовь-морковь. Быстро, что Леночка мне замену нашла. Хочется заснуть. А когда проснусь, он будет дома. Просто попросит обед и сядет смотреть спорт. Вот оно счастье. А вот пойду и набью морду этому профессору. Тоже мне виртуоз Рима. Нечего чужих жен по консерваториям водить. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чай, кофе? Потанцуем? Что? Ничего. Воды, пожалуйста. Конечно. Пап, привет. О, здорово. Рад, что позвонил. Чай, кофе? Ваш отец просил воды. Спасибо. Пожалуйста. Дома был? Нет. Слушай, обсудить кое-что надо. Здрасте, Антон Сергеевич. Здрасте. Пошли ко мне. Там еще за кого? Пап. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Здрасте. Ты в приемной. Пойдем. Что это там такое было? Мозговой центр. Да? И чем вы занимаетесь? Здесь мы творим. И что вы творите? Мы создаем программы, которые потом приносят большие деньги. Что, Антон Сергеевич, все в игрушки не наиграетесь, да? Сергей Иванович, а? Ты, кажется, хотел о чем-то поговорить. А. Да. Слушай, расскажи мне про ученого. Не понял. Про какого ученого? Ну, профессора, который у мамы появился. У мамы? Пап, ты вообще о чем сейчас? Она не спит ночами, только о тебе и говорит. Совсем с ума ее свел. Папа, очнись, она тебя любит и очень ждет. Ну, ясно. Значит, не хочешь отцу помочь по-мужски, будешь мать прикрывать, папа, да? Папа, я очень хочу вам помочь, очень. Вернись домой, я прошу тебя. А я не могу, сынок. Что на этот раз? Ну как? Мама уже с ученым, а я с Катей. Ну, дела. Знаешь, пап, ты реально маму замучил. Не хочешь возвращаться? Разводись. Ты с ума сошел? Все, встаем. Вот здесь вот, да? Прыгаем. Хорошо!
времени сыну уделял. Разводись. Легко сказать. Хотя сейчас все разводятся. Звезды, актеры, олигархи. Вон, президент развелся. А мне что делать? То подскажет, то направит. Костров, ты что ли? А? Ну, Костров, а ты кто? А ты меня не помнишь? Мы с тобой вместе на сборах были. В 85-м в Боровске. Я выступал за спортивное общество «Урожай». А-а-а. Константин я, Константин Попков. Ну, а ты женат, Кость? Был. Развел, что ли? Уже год. А чего? Ну, как тебе сказать? Модно стало разводиться. Неприлично жить со старой бабой. Вроде как наследие советского прошлого, понимаешь? Эй, Серег! Привет. Привет. Проходи. Есть будешь? Ага. Тебе помочь? Алена заставляла тебя помогать? А что ты так решила? Нет? Да и сам не рвался. Прости, пожалуйста. Прости, если я тебя обидела. Я понимаю, что развод – это тема болезненная. А с чего ты взяла про развод? Тебе Лена что-то говорила? Ну, Лена много что мне говорила. Ты-то сам как? Собираешься разводиться или нет? Ха. А тебе что за интерес? Буду я разводиться или не буду? И тебе-то уж точно не женюсь. А почему? Ты же на меня все время заглядывался. На Новом году напился. Танцевали. За сиськи хватал. Не помню. Хватал, хватал. Потом по попе гладил. По попе? По попе. Не, я не помню. Ну, может быть... Я вообще-то не железный, а ты баба видная. Ну, какая я баба, ты еще не знаешь. А ты попробуй меня. Ну, не отмахивайся ты так. Че, здесь, что ли? Здесь. Сейчас? Сейчас. Ты знаешь, я когда... Из большого спорта ушел, я пить сильно начал. Я знаю. И допился до того, что в метро на полу уснул. Алина тебя подобрала. Я знаю эту историю. Да, подобрала, отмыла и к жизни вернула. На себе женила. Спасла. Она же тебе просто выбора не оставила. А ты, мужик, вон какой. Тебе же свобода нужна. Нужна. Да. Дела. Чуть Катьку не трахнул. Готовила. Осталось только подписать. Давай. А этот? Да. Угу.
А это что такое? Это? Это учредительный договор. А что мы учреждаем? Фирму. Я понимаю, что фирму. А зачем мы ее учреждаем? Мы что туда, все активы переводим? Ну да. Для минимизации налоговых отчислений. Ну ты же сама распорядилась, Лен. А это кто такой? Кто? Чапаренко Геннадий Александрович. А это учредитель, друг Сергея. Но во всяком случае, Леночка, мне он сказал, что он друг вашей семьи. Что ему можно доверять, что они обо всем договорились. Я не понимаю, Лен. Ну правда, ну в чем проблема? Давай скорее, ну. Это попозже. Мне нужно посоветоваться. Да, мам, слушаю тебя. Хорошо, понял, сейчас буду. Вот сволочь эта Катя твоя. Ну, это рейдерство. Она в совете директоров? Да. Угу. Собрание акционеров было? Не знаю. Но, судя по ее наглости, как-то провела. И бизнес, и папу. Молодец, баба. Папу? Ну, папе же надо было как-то отвлечься. Вот она и... Мам, тебе плохо? Папу спасать надо. Я вот что не понимаю. Почему надо спасать или компанию, или папу? Вместе нельзя? Всегда нужно выбирать то, без чего жить не сможешь. Ты куда? К юристам. Куда еще? Антон! Антоша, подожди! Что, мам? Это в суд пойдет. А как же? Не надо. Я тебя очень прошу, не надо. Компанию назад хочешь? Да. Я... Завтра на операцию ложусь. Татьяна Николаевна будет убирать и готовить. Что случилось, мама? Какая операция? Косметическая. Щеки будут убирать. И бедра. А что скажет папа? Поговоришь с ним, наконец? Не могу, сынок. Я ему в глаза-то не знаю, как посмотреть. Не то что. Я ему всю жизнь испортила. Это что еще за новости? Понимаешь, я всегда все делала для него, хотела как лучше. И только совсем недавно поняла, что делала-то я не для него, а за него. Вот он и разучился жить. Без меня ему будет лучше. С вами с ума сойдешь. Да, кстати, вот, держи. Это по поводу Кати твоей. Мои юристы решили проблему. Потом спасибо скажешь.
заканчивать все это надо. Вернусь, только хуже будет. Она меня не простит. Так что резать. К чертовой матери резать. Истец Кострова, вы подтверждаете выдвинутый вами иск о прекращении брака с гражданином Костровым? Да, Ваша честь, мы подтверждаем. Я хотел бы услышать ответ истицы. Елена Георгиевна, судья спрашивает, подтверждаете ли вы выдвинутый вами иск? Зачем? Так полагается, по судопроизводству. Ничего я вам не скажу. Делайте, как считаете нужным. Если вы ничего не будете говорить, я прекращу судебное заседание. Ваша честь, я прошу приобщить к делу о бракоразводном процессе доверенность, выданную мне истицей на представление ее интересов в суде. Передайте. Итак, истица, вы подтверждаете выдвинутый вами иск? Да, мы подтверждаем. Хорошо. Ну а вы, Костров, подтверждаете выдвинутый вами иск? Ничего я не подтверждаю. Я вообще в этом цирке участвовать не буду. Это вы суд? Цирком называете? С ума сошли. Ну а что это? Цирки есть. А вы что-нибудь слышали об ответственности за оскорбление суда? Посадят, что ли? Оштрафую. 1500. Ну, кстати, нормально. Может. 1800 у меня есть, я еще на 300 наговорить могу. Ты в своем уме? Ваша честь. Ваша честь, я прошу простить моего подзащитного. Эти слова были сказаны им в состоянии аффекта, вызванного психологическим напряжением, связанным с бракоразводным процессом. Благодарю вас за понимание. Но разве что в состоянии аффекта? Молчи, чё. Сам ты в эффекте. Папа! Ты... Чё папа? Ну вот чего папа-то, папа? Вести себя надо уметь. Ты в суде, а не на тренировке. О, а ты чё здесь раскомандовалась-то, а? Я тебе не закрепетник какой-нибудь. Я истец. У меня права есть. Вон мужик сюда не подтвердит, а? Немедленно все вон! Детский сад какой-то. Не ожидал такого от Елены Георгиевны. Всегда была такой выдержанной дамой. Да и этот гопник хорош. Это вы про моего отца? Все, приехали. О, хорошо. Спасибо, парень, спасибо. Это ли масло, Рейси? Мужик, не посмотришь, а? Я это отойду? Ну иди, иди. А что? Молодец, дело укатил! Мужик! С тобой даже развестись по-человечески невозможно! А с тобой жить! Мужик! Сережа! Подожди меня! Вернись! Корре! Поехали! Давай, давай, давай! Что, что ты говоришь?
Ну как ты вообще? Вообще плохо. Очень плохо. Да, что случилось? Чуть пластическую операцию не сделала. О, ты с ума сошла? Сошла. И меня чуть с афроамериканцем не познакомили. А, с негром, что ли? Угу. А профессор? Да ну, профессор, это так, ерунда. А я чуть у Катьки не поселился. Угу. Ну вот, стоит на несколько дней из дома уйти. Ну как вы там? Нормально. Тебе чего? Мне? Да так, ничего. Мимо проезжал. Ладно. Поеду я. Давай, дуй. Дуй! Ага. Сережа. А? Я тебя люблю. Очень люблю.